Ба. В совершенно дачном образе, у меня не уложены волосы, и, наверное, все так выглядят на дачах. Меня совсем закусали комары, и сегодня я сижу, рисую на веранде. Вам должно быть более-менее видно, что тут куча всего. На самом деле я сижу прямо на ступеньках, сейчас установлю штатив, и рисую я прекрасный вид с веранды. Очень полюбила смешанную технику. В прошлую поездку я впервые, наверное, рисовала именно в такой технике, на нормальной бумаге. Бумага для меня очень важна, на самом деле, оказалась. Хотя я помню, что когда я училась в художке, многие преподаватели говорили, что если ты хороший художник, то на любой бумаге ты сотворишь шедевр. Но для меня это не так, к сожалению. Бумага нужна нормальная. И поэтому рисую сегодня на хорошей бумаге, в смешанной технике. Мне кажется, что эта техника со временем перейдет и в иллюстрацию тоже. И я буду ее применять намного чаще, потому что сейчас вот за лето я в ней прям поднатаскалась. Надеюсь, что сегодня рисунок тоже будет удачный. Я его смогу показать вам без стеснения и смущения. На самом деле использую довольно много всего. Это акварель. Ну, не очень аккуратно выглядит, но вообще я эту палитру очень люблю, она такая красивая. Использую масляную пастель. У меня немного цветов. И карандаши. Очень хорошо. То есть зачастую мне самой кажется, что это фигня, надо забросить. Вот. Но в итоге, как бы в итоге получается неплохо. Вот на таком этапе, например, смотрится вообще никак. То есть этот передний план светловат и не очень много подробностей. Вот это вот тоже не проработано, да? Можно вот так вот сделать. Добавить желтого. Надеюсь, я не пожалею об этом. Я каждый шаг вот так вот думаю, что, блин, надеюсь, я не пожалею о том, что сейчас сюда положу тот или иной материал. Пальцем так размазываю, получается более гладкая текстура, но в масляной пастели я не то чтобы прям профи. То есть это именно в процессе работы я какие-то такие штуки понимаю.
Вопрос. Я поясню, что это.